чё это? А палки я чем буду набивать? Пальцами? Маргарита сделала из фольги. Это ты в интернете увидела? У меня уже Маргарита второй день пытается достать. Дай! Дай! Всем привет, ребята! Доброе утро! Мама, здесь камера поломалась. Мы собираемся в школу. Сейчас пойду зубы чисто. Ой, под мою щёку. Что? Доброе утро. Всем привет. Поняла. Я, говорит, выгляжу утром всегда прекрасно. Куда на фотографии сними. Да. Замерзнешь так? Наверное. Нет. Ну давай. Вот Макс тоже зелененький у нас. Кузнечики. 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 Так, все, ланчбоксы собрали? Да. Все собрали? Давайте тогда. Давай. Все, на выход. Тут Ксюше посылка пришла. С биржки будем потом открывать. Кто у меня здесь на солнышке загорает? Лежи, лежи, лежи. Какое солнышко хорошее. Как хорошо. Хорошо, Бонь? Сладкий такой. Собакин. Ты собакин. А, подай. Молодец. Ой, зёва, зёва. А я тут... Я уже тут позавтракала бананом. Я загружаю, хочу загрузить видео Ксюши на игровой канал. Она вчера сняла видео, прям сказала, все, мам, загрузи, пожалуйста, скорее. Там вышел 5-й сезон. В этом Fortnite. Вот она вчера играла, там себе скины покупала, что-то там делала. В общем, сейчас буду загружать и еще влог буду монтировать. Вот тут Ксюша видео уже готово. И следующий будет влог вчерашний. Так как каждый день у нас теперь влоги выходят. Смотрите, что случилось с нашим деревцем. Оно все облезло, осыпалось. Бонсай. Это в прошлом году папе нашему дарили на Рождество. И, кстати, вот здесь вот растут новые веточки. Я не знаю, почему такое случилось. Вроде поливается все хорошо. В общем, посмотрела в интернете, сказать, либо перелив, либо недолив, либо витаминов не хватает, нужно удобрение купить. Ну вот, не знаю, так вот получилось. Все листочки осыпались и растут новые. Может быть, так и должно быть, я не знаю, может, это нормально. Я уже начала влог монтировать. Сейчас закончу, и как раз время у нас 11 часов, и пойду за детьми. Давай открывай свою посылку. Там кое-что еще, не только куртка. Как ты думаешь, что там еще? Носки! Нет! Нет! Ты же мне носки нужны. Носки нужны? Ты сказала, что нужно купить носки для. Нет, я не покупала носки. Ну да. И смотреть, и смотреть. Адрес. Она теплая хоть? Нет, не теплая. Она тепленькая. Смотри, какая большая. Ну это X. XS. Сегодня надену шкалу. На толстовку налезет. Чего? На толстовку налезет. На толстовку надень, да, потому что так на футболке не очень. Ну это XS, S, это самая маленькая, которая была. Но она такая утепленная, вот между прочим. И вот это. Календарь! Да, неси календарь. Что тебе смешно? Смешно выглядишь. Что, обратно отправить? Не нравится? Нет! Ты же не можешь. Вот мы эту куртку, ребят, купили 50% скидка. Помнишь? Подожди. Эта куртка продавалась за $100.
И на, в черную пятницу она стоила 50. Ты же не можешь обратно отправить. Могу отправить обратно. Ты сказала, что не да, я могу. А ничего, так нормально со толстовкой. Нормально. Ну, что нам надо? Там еще что-то есть же. Не. Да. Ну-ка. Как-то нет. Есть. Зачем еще? Она тоже была по черной пятнице со скидкой. Офигеть. Надень, я посмотрю. Я надену вот это, штаны, вот это. И вся прям у тебя коллекция полностью. Ну ничего, такая курточка. Ты тоже можешь носить куртку. Ага, я с такой курткой выйду. Ну вот. Пахнет, смотри. У Маргариты какой сегодня? Так, это не пятый. Сегодня какой день? Третий? Третий, да. Вот. А я не... Ой, подожди, опять приклеилась. Все. Вот, это третий. Мичутля. Мичутля. Сюда смотрите. Я аугацию, аугацию. Угадай сначала, что это. Пощупай. Ну, большое. Чехол. Чехол? Точно? Это можно ущипать. Какое оно красиво. Ну вот, как раз у тебя телефон без чехла. Давай. Теперь ну давай, открывай. Сейчас там бабах. Это как хлопушка. Или паук там. Если она говорит... Я, по-моему, знаю, что там. Что это? Что это? Какие-то шарики. Можно вытащить, я не знаю, что. Нет, нельзя вытаскивать. Ну, конечно, можно вытаскивать. American. Смотри, какие они огромные. А это маленькие, а это большие. Не дашь большой? Нравится. Не дашь один? Я никогда не видела такие большие. Вау, футбешка. Красивый фиолетовый такой нежный. Да. Мам. Это мне нравится. Там же еще, не знаю на какой день, ну не знаю на 20-й, нет, меньше, что-то с 10 было, что-то тоже такое фиолетовое. Угу. Так, давай, открывай номер 3. Да, давай. Опа, я так и знала. А это подарю маме. Спасибо, щипалка бровей. Это, чтобы это... Да, да, тебе пока еще бровки нельзя выщипывать. Да. И мне тоже. Я сегодня утром щипала бровки. Все, убирай календарик. Завтра 4-й день. Вот эта вот конфетка, в общем, внутри жвачка должна быть в центре. Смотри, что завтра будет. Покажи. В центре будет жвачка. И вот здесь, по-моему, тоже в центре жвачка. Жвачка в центре. Круто. Мам, я хотела это. Она очень кислая. Кислая. Все, чуть-чуть. Несколько секунд. Нужно быстренько ее это. Язык, смотри. Конфета вкусная. Смурфик. 11. Одиннадцатый so cool. А где это фиолетовое? Что фиолетовое? Фиолетовое, которое мы для не купили. Не знаю. Это не 19. Все равно откроется какой-нибудь день. Да. Вот она стоила 15,90. Я ее купила за, в общем, 50% уцененная. Мама, она розовая. Угу. А курточка классная, она уцепленная. Мама, я не понимаю, смотри, если эта жвачка мне уже большая во рту, а как бы другая, то... Ксюше сегодня подарили кока-колу. Мне так аккуратно, наверное, она очень сильно отряслась. В это, в железной? Угу. Смотри. Угу. Это ее почерк. У вас пятый Б?
А у вас же никогда букв не было? Да, было. В другой школе не было букв, а здесь есть. Все, приятного аппетита. Приятного аппетита. Кушаем и идем в школу. Вон, ты что там ковыряешь мне? Вони, вон. Ксения тоже. До четырех. О май гад. Так, все, одеваемся. Макс, пойдем быстрее. А я иду мороженое. Пошли, пошли. Нет, я не буду тебя тащить. Всю пыль будешь собирать штанишками. Все, Ксюня, собралась. Еще и маску. Да. Макс, пойдем быстрее. А то девочки уже уходят. Вместе пойдем. Я сама сделаю Apple Pencil. У нас, потерялся где-то дома этот Apple Pencil. Не можем найти. Смотри, какое стекло уже разбитое. Это что такое грязное? Вытри. Маргарита сделала из фольги. Это ты в интернете увидела? Да. Ну, карандаш все равно надо найти. Протри, пожалуйста. Чем? Как чем? Там есть специальный спрей. Это стекло потресканное, ребята. Это не сам планшет, это стекло надо поменять. Это панцирь-глаз. Угу. Панцирь, как у черепахи. Есть тоже панцирь-тейп. Как она работает? О, точно работает. Говорим. Это твой Apple Pencil теперь? Да. English. Так, мы будем с Каролиной сейчас. Мы с Каролиной сейчас будем печь пирог. Кто спрашивал про последние печенья, которые мы пекли, шоколадные? Я не знаю рецепт, потому что я покупала вот такую вот готовую смесь тоже. Вот как здесь есть вот эта смесь. Где она? Куда убрали? А, вот она. Вот, вот видите, я покупаю уже готовую, и просто нужно добавить яйцо и масло. Поэтому, кто спрашивал рецепт, я даже не знаю рецепт этих печенюшек. Нужно ее помыть, а то она лежала там. Нет, давай елочку лучше сделаем, потому что... Нет, елочку лучше сделаем. Это кексики потом делать. Ну что, ребятушки, вот масло немножко подтаяло уже. Мы сейчас разобьем яички наши. Давай. Так. Раскрывай. Молодец. Бросай сюда в раковину. И будем взбивать. О, это что такое? Ой, тут даже формочка есть, но я не хочу эту формочку. Нет. Смотрите, тут даже есть такая вот форма. Но я не хочу. Я хочу в елочку. Поэтому мы не будем. Куда форма? Мы не воспользуемся. Куда форма? Тут два пакетика каких-то. Два пакетика. Так. Нет, миксер, Маргарит, помоги. Таро, миксер! А что такое? Миксер? Максер, что такое максер? Макс, не кушай сладко, а то сейчас зуб опять заболит. Вот он. Я принесу. Это кокос. Тут же сверху нужно кокос, да. Точно. Сверху. Точно? Да. А палки я чем буду добивать? Пальцами? На тесто специально? А, другие не помылись, отойди. Так, все? Готовы? Ой! Что? Не можешь? Держать не можешь, что ли? Вау. Да. Так, только там круглая форма, вот эта вот. Должна быть круглая. Круто. Только масло еще немножечко комочками осталось, но я думаю, оно потом растает. Ну, я не до конца его растопила, ну ладно. Разровняем. Это? Посмотреть? Да, вот это вот. Звездочку. А потом, когда он испечется, сверху добавить это... Да. Убери руки. А сверху добавить этот... кокосовую стружку. Да. У меня уже Маргарита второй день пытается достать. Тебе сколько лет? А? Сколько? 12. Не похоже. Отпускай. Да блин, Маргарита, все. Все. Дай мороженое. Нет. Дай.
Да, Маргарита! Дай! Дай! Нужно его вывернуть. Съездили к зубному. Вылечили зубки. Теперь можно... Опа, так. Нужно перевернуть аккуратно. Так. Мне интересно посмотреть, елочка получилась или нет. Ох, пошли. Елочка. Вот эти вот игрушечки плохо, конечно, видно, но... Так. Теперь нужно как-то посыпать как этим кокосом, кокосовой стружкой. Маргарита во сколько придет? Маргарита ушла на танцы, на гимнастику. Сейчас я быстренько ужин приготовлю. Рис у нас есть, сейчас вот овощи пожарю. Макс, не играй здесь с машинкой, иди туда. И будем потом кушать вот этот вот пирожок с мороженым. Тебе нельзя, потому что тебе там зубик сделали. Вот. Придет Маргарита. И буду кушать. Мам. Открывается. И вот тут открывается. Все открывается. Вау! Такой вот у нас десерт сегодня. Мороженое. Кстати, мороженое здесь уже тоже с этим. Карамель, брауни. В общем, я сделала брауни, и здесь в мороженом уже есть брауни. Ванильная карамель, брауни. Вот, мороженое и с пирогом. Все? Карлиночка, сядь, пожалуйста, вон на тот стульчик. А то я привыкла здесь сидеть, мне здесь удобнее, я вас всех вижу. Папа, видел твою куртку? Мы сейчас поужинаем. И будем отдыхать, а потом спать. Да? Завтра пятница. Завтра, по-моему, снег опять будет. А где выступать вы будете? На следующей неделе она приходить нельзя? Нет, мне вообще родителям нельзя. И даже в маске. Вы одни там будете, просто станцуете, вас снимут и все. Так неинтересно, я думала, нас пригласите. Все, мы ложимся спать. Меня... Все желтое. Завтра у нас школа, мне завтра тест по английскому. Завтра я буду украшать мою комнату, потому что сегодня не успела, потому что пришла со школы, потом папа. Завтра у тебя учебник? Нет, мне только в среду. Мне завтра до 3. Сегодня не успела мне. Я пришла со школы, покушала, потом папа приехал, мама и папа уехали, потом мне нужно было идти на гимнастику. И вот я пришла домой, покушала, должна была еще для теста учить. И ничего не успела сегодня. Даже для теста поучить нормально не могу. Это не твоя ошибка. My God! Это из немецких, правда? Among us! Вайсер, Among us, Калтаха. Все, свет выключай. Нет, мам. Выключай давай. Хомячка, ты видела, как он там? Вот он. Кстати, ребят, мы, помните, я говорила, что какие-то у нас жучки завелись, по стене ползали. Оказывается, жучки завелись у него в еде. И в самом пакете. Пришлось нам выкинуть целый пакет. Лучше большой не покупать, да, лучше маленький покупать, потому что не успевает съедать. А все не съедает, и получается, жучки заводятся. А теперь вот нужно купить. Да, вот эти такие вот маленькие жучки такие ползали. Они у Ксюши постоянно по стене, я смотрю, откуда они берутся, эти жучки. Оказывается, они в еде. И у хомяка тоже потом ползали. Ну так. Пришлось выкинуть, надо купить. Продается здесь фолк или нет? Нет? Значит, надо поехать в зоомагазин. Ну ладно, давайте. Все, спокойной ночи. Всем пока.